Всем здравствуйте, подписчики моего канала и случайные гости. С вами канал Владелец аквариума, я Дима. И сейчас снова 5-литровый аквариум. Я немножко приукрасил его маленькими такими вот корягами. Как говорится, что не делается, все делается к лучшему. В большом аквариуме у меня все развалилось, я там убрал корягу, с нее посрывал вот мелкие части и добавил их сюда. Вот, получилось вот то, что получилось, то, что вы сейчас видите. Предварительно перед этим заменил воду, чтобы она не была такая желтая, потому как грунт, питательный грунт до сих пор красит ее. Я хаотично раз в день, раз в два дня подмены делаю, там по 2 литра, меняю воду, пока все это выйдет. Вот, что я сделал? Давайте посмотрим. Значит, добавил вот таких мелких коряжек. По-моему, стало так прикольно. Ну, как мне. Не знаю, что скажете вы. Также добавил 3 мелких анубиаса. 2 на камне, которые были изначально. Ну и 3 вот они. Один слева, справа и посередине один. Вот. Из креветок появилась тут одна красная неокордина. Вон она там лазит в мхе в ключевом. Итого их теперь снова 3. В строю. Моллюски двухстворчатые живут, пытаются там что-то ползают. В общем, все растет. Как мне сказали, что Монте-Карло будет 3 месяца расти. Ну, посмотрим, подождем. Без СО2, возможно, и будет долго. Ну, СО2 я пока сюда не планирую. Вот, в общем-то, обновленный вид этого аквариума. В дальнейшем, наверное, я не буду никаких изменений вносить. Все будет вот так вот, как на данный момент. Сделаю подмену через неделю и снимем видео. Сделаю для вас видео через неделю, как все растет. Вот, на данный момент это выглядит все вот так. Вот, так сказать, hardscape. Вот общий вид. И по обычаю заглянем на мох. Мох зеленеет. Кстати, добавил я, поменял тут синтепон в фильтре и во второй отсек положил еще одну губку для лучшей фильтрации. Буцефаландра, которая на мхе. Ну вот, вроде растет. Посмотрим, как будет дальше. Ну вот. Что еще хотел я добавить? По освещению. Это 10-ваттный светильник цветовой температуры 5000 кельвинов. И включается он у меня в 9 утра и выключается в 11 вечера. То есть он у меня постоянно светит. Пока никаких обрастаний, ничего критического не произошло. Посмотрим, что будет дальше. Вот. На сегодня все. Посмотрим, что будет через неделю с этим аквариумом. Как все подрастет. Спасибо за внимание. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. И не забывайте подписываться, если вы еще не подписались на мой канал. Всего доброго!